Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся с вами сегодня в поселке Витязево. Это район города-курорта Анапа. Сегодня на обзоре у нас будет гостевой дом «Флагман», который находится на Южном проспекте 30. Здесь просто невероятно зеленая территория, огромное количество разнообразных детских развлечений, бассейн с течением и номера с шикарными террасами. Южный проспект шумит, но гостевой дом находится сюда, немножечко подальше, в переулке Лок-Витязь. Здесь парковочная зона с одной стороны, и с другой стороны дороги ставите спокойно машины, на всех хватает мест на парковке. Территория даже с улицы кажется очень зеленой, и здесь непонятно, что находится внутри. Это и привлекает сюда постоянных гостей. На входе есть место, где можно помыть ноги. Очень много разнообразных зон отдыха. Здесь есть коляски, разные детские самокаты. Можно спокойно взять, покататься. С правой стороны есть огромная такая зеленая зона отдыха с большим количеством беседок. Беседки со светом. Большущие зоны отдыха. То есть и территория реально очень зеленая. Потому что здесь прохлада, тенечек. Также есть качельки для детей, песочница, еще качельки. Вот такие вот лазалки. Я думаю, ваши дети, приехав сюда, очень это оценят. Территория, видите, такая имеет буфер между тротуаром и основной зоной. Здесь прям очень классное благоустройство. Гостевой дом «Флагман». У них есть даже такое переговорное устройство. Привет, как слышно? Если там вам кто-нибудь ответит. Здесь во второй части имеется еще одна беседка. Мангал стоит. Да-да, друзья, здесь в центре Витязева есть своя мангальная зона, на которой можно абсолютно спокойно жарить шашлык. Ну вот еще две зоны отдыха. В одной из них сидит наша подписчица. Сейчас узнаем, как ей здесь отдыхается. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы к нам приехали? Стулы. А как зовут? Елена. Как вам здесь отдыхается? Очень хорошо. Мы уже вообще, видите, 7 лет. Угу. Как вам, ну, приехали 7 лет назад, нам очень нравится. Стали вашим подписчиком 7 лет назад. Благодаря вам мы смотрим, какая здесь погода, условия. Во «Флагмане» мы уже, вот, наверное, второй раз получается, в том году у нас сюда не получилось. Угу. Нам очень нравится территория, очень нравится. Большая, вот у нас друзья уехали, были тоже с нами, они с ребенком. Вечером без проблем, сидишь в беседочке, дети бегают. Номера хорошие, сам хозяин, Игорь, хороший. То есть нам все устраивает. Столовая? Столовая вкусно, порции, кстати, очень большие. Угу. То есть, если, например, говорят некоторые, вот мы читали там отзывы, да, дороже. Да, чуть-чуть подороже, но очень большие порции. Угу. И очень вкусно. Бассейн? Бассейн вообще шикарный. Мне очень нравится, что он крытый. Угу. Вот почему мы были во многих отелях, они, ну, все хорошие, не могу ничего сказать. Но из-за того, что он крытый, то есть в жару, когда вот в нем плаваешь, то есть просто наслаждаешься. Угу. До моря далеко нет? Ну, для нас нет. Близко море. Ну, во-первых, мы не любим центральный пляж, потому что всегда народу, а то идешь по миру, получается, далеко. Вот. Там очень хорошо. Народ поменьше, море почище. Номера? Номера вообще хорошие. Ну, обычный номер трехместный у нас. Мне понравились балконы. Я сейчас смотрела. У вас тоже большой балкон? У нас большой балкон. Мы выбираем. Мне что нравится еще, Игорь, нам вот звонишь, ему говоришь, например, хочу третий этаж с видом на Аврору там или ну куда там либо. Он, пожалуйста, все твои капризы выполняет. Так что у нас большой балкон. Шикарный балкон вечером. Угу. Номер хороший, ну, телевизор, кровать, кондиционер, постельное белье чистое, душ. Все, вам, в общем, нравится. Такие деньги вообще шикарные. Спасибо большое за ваш отзыв. Хорошего вам отдыха. Спасибо. На территории, которую мы с вами сейчас посмотрели, высажено более 200 деревьев. Например, вот сейчас надо мной это сафора японская. Очень полезная при разнообразных легочных заболеваниях. Вы здесь еще будете и оздоравливаться, находясь на территории. А вот это, например, сирень индийская. Можете увидеть, что здесь огромное количество разнообразных растений. И большинство из них очень даже полезно. Мы проходим. Здесь детская зона. Есть такое, как корабль. Раз флагман, то все и далее. Делается в таком же стиле. Детям будет здесь очень интересно полазить, поиграть. Зелень, как я говорил, здесь просто нереальное количество. Также здесь есть качелька, на которой вы можете покататься, и такой вот вертолетик для детей. Для тех, кто хочет загорать на улице, имеются лежаки. Здесь находится крытый бассейн. Вы можете увидеть, какой он большой. Есть гейзер, детская зона.
взрослая зона, стандарт 1,40 м, есть водопад, там есть гидромассаж. И самое интересное, что оттуда есть поток, это называется течение. То есть вы можете спокойно плыть и будете плыть как бы на одном месте. То есть такого я еще в обычных бассейнах нигде не видел. Ну и территория, также с туалетом, душ. Еще есть скамеечки, качелька. И посмотрите, какая великолепная входная группа, оформлена деревом. То есть заходишь, и здесь аромат дерева чувствуется. Ясень используется и дуб на столбах. Здесь перед входом на ресепшн также имеются зоны отдыха. И скамеечки со столиками. С левой стороны то же самое. И заходим с вами на ресепшн. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Я Лыков Игорь, хозяин отеля «Флагман» Витязева. Рады будем вас видеть у нас в гостях. Есть еще одно место здесь. Это детская игровая комната. То есть, если вдруг на улице не настя, либо слишком жарко, можете прийти сюда со своими детьми, поиграть, либо дети сами могут провести здесь свой досуг. Очень много разнообразных игрушек, стульчиков. То есть, деткам здесь очень понравится. Я больше, чем в этом уверен. Посмотрите, какая красота. Также можно музычку включить. Кондиционирование здесь есть, ну и, конечно же, настольный теннис. То есть просто фантастик. Я когда прихожу и вижу вот такие вот зоны отдыха для детей в гостевых домах, вместо того, чтобы сделать дополнительные там пару номеров, это прям достойно лайка. Есть туалет, чтобы никуда не бегать. На цокольном этаже в гостевом доме «Флагман» имеется своя столовая. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь вот такая скляночка можно отбить. Смотрим, ребята, по ценам, что сколько стоит. Моя подписчица сейчас нам давала интервью и рассказала о том, что, говорит, может быть, кому-то показывается немножко дороговато, но, говорит, это того стоит, потому что порции просто огромные. Сейчас мы с вами смотрим завтрак, а также здесь есть обед и ужин, на который можете прийти и поесть со своей семьей. Есть разнообразные напитки, и такая вот огромная зона перекусить. Есть детские стулья. Гости, многие берут еду и идут кушать в беседке на улице, вкусить все наши витязевские явства. Лестницу, здесь она очень широкая, то есть места просто нереально много. Очень редко встречаются такие. Здесь спокойно пройдут 2 человека. На этажах есть гладильные доски и утюги. Кроватка предоставляется по требованию. Также, если вы хотите доп. Места, могут вам предоставить евро-раскладушку. Смотрим с вами 4-местный номер. При входе здесь стоит стол, стульчик, зеркало, набор посуды. Нужно вам есть обувница, место, где повесить ваши вещи. Есть место для хранения, холодильник, телевизор, 2-спальная кровать. Она скручена между собой, разъезжаться не будет. Матрас лежит цельный. И 2 односпальные кровати с прикроватными тумбочками. Также в номере есть балкон. Территорию отеля, где могут играть ваши детки. Вид, конечно, вот такой вот. Место для хранения — одна сторона и 2 сторона. Санузел. Это унитаз, душевая, раковина, зеркальце. Места много. Стоимость проживания в пик сезона — 3000 рублей на 4. Также, если вам надо будет предоставить доп. Место, в разумных пределах. И доплачивать за это не надо будет. Мы с вами смотрим 3-местное размещение. На входе место для того, чтобы повесить ваши вещи, обувница, место для хранения, зеркало и вход в санузел. Наполнение — туалет, зеркало, раковина и душевая. Это место для хранения. Сам номер имеет 2 кровати, 2-спальную, 1-спальную, 2 прикроватные тумбочки, стол с 2 стульями, 3 стакана, холодильник, телевизор с плит-системой. Если вдруг вам надо чайник, вам его тоже предоставят. Также есть балкон. Хотя балконом назвать его сложно. Здесь стулья, стол, и он просто огромный. Также это вид на Витязева, Паралию. И вы можете увидеть, что здесь все очень-очень близко. Все развлечения находятся в шаговой доступности. Причем на достаточном расстоянии, чтобы не испытывать дискомфорта от излишнего шума. Стоимость проживания в этом номере — 2500 рублей. Если надо, установят доп-место. Опять-таки в разумных пределах. И пойдем мы отсюда, вот сюда немножко прямо. Рассказывать об индустрии, которая здесь работает, не буду, потому что Паралия рядом, там есть все. Даже то, о чем вы не думали, там 100% есть. Из поворота поворачиваем и буквально 30 метров дойти до улицы Мира. Мы выходим на улицу Мира.
и отправляемся к морю. Здесь крайне близко. По пути встречаться будет огромное количество точек питания, и также здесь можно будет забежать к Артуру. Но это, например, здесь довольно-таки недалеко и вполне себе удобно и комфортно, потому что сделали тротуар полностью. Есть фрукты, овощи. Сейчас узнаем цены. 170, 100, 200, апельсины 150, абрикосики 200, 220, слива 100, нектарины 150. 200 большие персики 100 рублей, яблочки 150, виноград 2 вида идет по 150, 200 рублей кишмиш без косточек, и вот такой идет местный 250. Слива 100, абрикосы 200. Арбуз 30 рублей килограмм, дыня местная 80, узбекская 100. И кукуруза по 60 рублей штучка. Дошли до улицы Знойной. Здесь конечная 23-го маршрута. Можно даже, кстати, на маршрутку сесть и ехать. Но я думаю, что это будет лишним. Совершенно немножко нам остается, чтобы уже добраться до пляжа. Вот мы отсюда видим уже дюны. Здесь вот домашняя выпечка есть. Огромное количество разнообразных товаров. Там пиво, соки, воду, шашлыки, шаурма. То есть, ну, голодным вы тут точно не останетесь никогда. Люди уже даже некоторые возвращаются обратно. А мы только идем в ту сторону. Молодцы, кстати, большие. Потому что сейчас у нас очень сильная жара стоит. Все, вот он пляж, друзья. Проходим немножечко правее. И уже останется пару шагов, чтобы выйти на берег Черного моря. Ребята, приглашаю за вкусную, вкусную мохито. Здесь именно на пляж, пока идешь, будет вкусно попить батуты. 200 рублей, по-моему, на весь день. По нашим золотым пескам люди идут уже к морюшку. Ну, а я сначала полетать. Шикарнейший просто вид с дюн на все побережье. Ну что, полетели?
Время 10:30, температура воздуха 37,7. Это на дюнах почти под 40, то есть дальше будет еще жарче. А когда спустился вниз, показывает 34,4. Вот такая вот разница, ребят. С левой стороны у нас заработал туалет, проложили к нему настил. Есть свежевыжатые соки, коктейли, есть такие переодевалочки. И есть мусорки, заодно зона для курения. Работают там батуты, водяные, бассейны. То есть если вдруг вы хотите детей своих поразвлекать. 300 рублей здесь стоимость ЛЖК на весь день можно прийти снять. И смотрите, людей не так уж и много на пляже. Они есть. Но места свободны, особенно советую вот в левую сторону. В принципе, с пролета, я думаю, вы все увидели, где можно найти себе место. Есть батуты разнообразные, развлечения, все то, чего вам только может захотеться на пляж. Но самое главное сегодня удовольствие можно получить, конечно же, от моря. Потому что я уже виделся сверху, море нереально чистое и манящее. 3-4 осень у берега. И давайте узнаем, какая температура водички. О, комфортно, даже 35 поднялось. Смотрите, какая вода. Просто шикарно. Тут называется отдых на нашем юге. Это нашли какого-то крабика. Есть развлечения, всякие лодочки, катамараны, рыбалки. То есть с парашютом полетать. В общем, всего очень-очень много на нашем пляже, чтобы вы могли приезжать и комфортно отдыхать. Водичка 25,9 показывает. От берега туда, возможно, прохладнее, может быть, наоборот, теплее. В общем, дорогие друзья, номера, координаты все есть под видео. Смотрите в описании, в первом комментарии. Всем вам желаю хорошего отдыха. Приезжайте, наслаждайтесь, отдыхайте. Пускай в вашей жизни будет только все хорошо. С вами был Юрий Азаровский. Сделал для вас такой великолепный обзор. Всем пока-пока.